Алексей Венедиктов в утреннем развороте на живом гвозде и барабанная дробь. Почему барабанная? Доброе утро. Алексей Алексеевич, доброе утро. Да, тут какой-то погром устроили, вы ворвались просто в студию. Ты просто так хорошо читала новости, что хотелось добавить немножечко какую-то вот щепотку чего-то интересного. Вот, добавили. Да, да, действительно, это был такой саундтрек. Алексей Алексеевич. Что? Что с Орбаном Виктором? Это очень интересная позиция. Значит, он вчера завершил, ну не завершил, наверное, свой вояж, так сказать, миротворческую миссию, в кавычках, я сразу хочу сказать, встретившись с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. И разместил у себя, по-моему, в Твиттере фотографию, где они с Трампом стоят и показывают большой, оба два, большой палец, один в голубом галстуке, другой в красном. В общем, все продумано на самом деле. Там на самом деле, если мы будем копать, а не просто скользить по поверхности, мы обнаружим, что на этом саммите НАТО был подписан документ, помимо декларации, как поддержка Украины, все поддержали, был подписан документ, такой договор с Украиной, как они называют там его, который подписала 24 страны, 22 страны НАТО, плюс Япония, плюс ЕС. Тут интересно, кто не подписал. Ожидаемо Венгрия, но Турция, Греция, Болгария, Хорватия, Северная, это страна НАТО, Северная Македония, да, то есть Черногория. Да, Черногория. То есть нам нужно смотреть глубже на то, что происходит. Они говорят, все опять единогласно, все опять, да, конечно, есть консенсус поддержки Украины, и саммит НАТО это показал, но просто границы этого консенсуса разные для каждой страны. И мы видим, что из 32 стран НАТО, 10 не подписали вот этот вот документ, который возник уже в ходе обсуждения. Это новый документ, не декларация, а новый документ, который берет на себя дополнительные обязательства по отношению к Украине в случае нового нападения на нее. И просто надо понимать, что вот я, например, давно из симпатии слежу вообще за тем, что происходит в Болгарии. Это и у премьера Болгарии, он уже идет вслед за Орбаном, на самом деле. Поэтому я слежу за политикой, я имею в виду. Болгарии там все не так просто. Румыния не подписала, которая является одной из базовых стран, поддерживающих Украину публично и вслух. Но не подписали. Почему? Это Балканы. Это ближе всего к Балканам. Обращая внимание, от Турции до Венгрии вот это пространство, потому что они недавно вышли из войны, сравнительно Балканской войны, и потому что та война, которая идет сейчас, она на их пороге. Вот такие противостоящие страны, как Греция и Турция, не подписали. Да? Это страны НАТО, я подчеркиваю, это не Евросоюз. Поэтому я думаю, что это те же самые страны, которые выступали, в том числе США и Германия, выступали против приема Украины, ускоренного приема Украины в НАТО. А там нужно единогласие. Поэтому надо внимательно смотреть на процесс, не на фотографию, а на фильму, как говорили раньше, да? Как идет движение. И поэтому, когда возвращаясь к вашему вопросу про Орбана, надо понять, что думаю, что Орбан был там, Орбан и Эрдоган были там заводилами вот в этой истории. Хотя это никакой, конечно, не блок, я имею в виду вот эти 10 стран, да, но тем не менее вот этот балканский синдром, я думаю, что одна из причин – это балканский синдром недавней войны. Сравнительно недавней, но поколение прошло, все ничего. А в чьих интересах Орбан действует? В своих. Орбан всегда действует в своих интересах. Орбан – это политический авантюрист. Орбан – это такая фигура, я говорю, про него надо как-то делать. У нас была же передача с Гусманом, да, про таких. Вот тут надо делать такие программы. Человек, который в 88 году, будучи лидером антисоветской молодежи, потребовал от Горбачева вывода войск. То есть это вот человек, который вот современную Венгрию, да, при нем, при его премьерстве, Венгрия стала членом НАТО. Да? То есть это совсем непростой человек. Он очень конъюнктурный, ему нужна любовь не только венгерского народа, но и уважение. Ну, маленькая Венгрия, да, и вот все сейчас внимание на Венгрию, понимаете? И, конечно, то, что он
в общем, принудил Украину, находящуюся в тяжелом положении, подписать согласие на 11 венгерских требований относительно венгерского закарпатского меньшинства в Украине, то, что они не могли сделать с момента, с 90-го года, с 91-го года, с момента независимости Украины, это ему огромный в плюс в его политическую, внутриполитическую историю. Вот такая история, поэтому не надо все делать вот там черно-белое, это политики. Политики Трамп и Орбан, вот то, что вы сказали, что они встретились, фотография с большими пальцами, что это значит? Это значит, что Орбан рассчитывает на победу Трампа? Да, Орбан, конечно, рассчитывает Венгрию, но венгерское руководство рассчитывает на победу Трампа, безусловно, но мы видим разные государства и лидеров государства, высказывающие разные точки зрения по поводу результатов выборов в США, желательных, да, там, условно, Макрон поддерживает Байдена. Ну, на самом деле, надо понимать, что это не имеет никакого значения, потому что голосовать будут американские граждане, а не венгерские граждане, не российские граждане. Но Орбан считает, что у Трампа, его заявление, во всяком случае, политика более выгодна для Венгрии, чем, скажем, политика Байдена. Вот. А Орбан, он может быть такой именно компромиссной фигурой и для всех сторон? Ну, он же встречается, подождите, он встретился сначала с Зеленским. Есть мнение, что интересы Путина продвигает. Вот я много слышала. Его интересы совпадают на определенном этапе с интересами Путина, безусловно. Безусловно. Но и самое главное, Венгрия тоже рядом с Украиной. И понятно, что он не хочет, чтобы, во-первых, этот кризис, напомню, энергетический кризис, он до сих пор получает газ из Москвы через Украину. Кстати, Венгрия. Угу. Если Украина обрубит, а все должно закончиться 1 января 2025 года, то Венгрия будет в тяжелом положении, население будет больше платить за энергоносители. Ну, ему это зачем? Поэтому он пытается урегулировать это в интересах своих и венгерского населения. Это в первую очередь. А во-вторых, он считает, что Путин, видимо, он так считает, но по его письму Урсуле фон дер Лайен, лидером государства ЕС, он считает, что Путин более прагматичен, как он сказал, супер-супер рационален. Супер-супер рациональными можно разговаривать. С романтиками разговаривать невозможно, они влюблены в свои теории. Да? Но вот он так считает, он очень прагматичный. И он считает, что Трамп гораздо более прагматичен, нежели Байден для решения этого кризиса. У вас есть ощущение эскалации, я имею в виду не эскалации России и Украина, а Россия и весь остальной мир? Мы наблюдали вот этими американскими базами, которые были приведены в повышенную готовность, и Столтенберг об этом говорил, и СМИ писали. Это что-то означает серьезно? Нет, эскалация, ну знаешь, ружье может случайно выстрелить, для чего там Чехов говорил, да, на стене висит ружье, если в первом отделении спектакля, да, то после антракта оно выстрелит, иначе зачем оно висит? Это очень опасная история. Мы об этом вчера говорили с Владимиром Пастуховым. Размещение ракет, ну, оно будет потом, в 26-м году, это размещение ракет. Будет ли оно, останется ли Трамп на том, чтобы размещать ракеты, если Трамп будет избран, да? Неизвестно. Вот, например, мало кто заметил, что проходили огромные военные маневры в Беларуси. Внимание, белорусско-китайские. Китайские солдаты на границах Евросоюза. В свое время была шуточка о том, что, значит, граница России будет проходить по финско-китайской границе. Это была шуточка еще при Советском Союзе. А вот теперь, представьте, китайские солдаты реально участвуют в маневрах на территории Белоруссии у границ Польши. И это довольно серьезный знак, и серьезные аналитики говорили о том, что, ребята, смотрите, как Китай продвигается. То есть, конечно, это эскалация. Конечно, это эскалация. И размещение ракет – эскалация. Да? И вот эти маневры – эскалация. Да? Никто не хочет, ни одна сторона не хочет, мы знаем это, опять Орбан говорит, ни одна сторона, ни Зеленский, ни Путин не согласны на прекращение, на сиюминутное прекращение огня на какой-то срок. А это какая эскалация? Это вот такая эскалация или она вот так взлетает в какие-то моменты? Понимаешь, опять же, где-то ружье, которое может выстрелить, совершенно случайное. Угу. Вот, то есть мы просто не знаем, когда что может выстрелить. Когда у тебя ракета попадает в детскую больницу в Киеве, да, накануне саммита НАТО, угу, которое Украина просит именно ПВО, вот накануне, понятно, что это совпадение, но вот это вот понятно, что решение о дополнительных поставках ПВО было принято
из-за того, что эти картинки чудовищные и кошмарные, попадания в детскую больницу, да, были. И вот я говорил в прошлом эфире о том, что там погибло только двое взрослых, там умер мальчик, потому что этих детей, они должны находиться в стерильной обстановке, они были выведены. Некоторым делали операцию. Естественно, они были выведены сначала в подвал, потом на воздух, на грязный воздух, там кирпичная пыль летала. И, к сожалению, это не последняя жертва вот этой ракеты. И еще сейчас скажу чудовищную вещь, еще обошлось, потому что, чтобы вы понимали, ее боевая часть, если это ракета Х-101, так называемая, да, которая все говорят, чтобы вы понимали, ее боевая часть 420 килограмм. Представляете себе, сколько людей могло погибнуть? 420 килограмм только боевая часть. Но, тем не менее, и дальше будут люди погибать. Вот тебе, пожалуйста, как Пастухов говорит, как одна ракета изменила картинку. Картинка одной ракеты. Но у нас, получается, все увешано ружьями, которые в любой момент могут выстрелить. Да, и этих ружей вешают все больше и больше, верно? Вот это и есть эскалация. Лиз, эскалация – это когда еще не произошло. Понимаешь, когда, да, это произошло, это уже в этой пыли, в пороховом дыму ты уже не разглядишь ничего. Но пока все демонстративно вешают на разные стены разные вещи. Да, Алексей Алексеевич, вы вчера вспоминали 83-85 год, да. Те события в связи с тем, что Россия намерена дать ответ на размещение, да, США. Ну, то же самое, были першинги, стали СС-20, стали томагавки. Ну, получилось же как-то разрядить. Михаил Сергеевич. Гордо. Михаил Сергеевич, я придумал ему, я говорю, уже третью программу подряд, я говорю, это оказался сапер, который разминировал, вот сейчас если смотреть, и если вот читать то, что Лиза рекламировала журнал «Горби», то, что читать, ты вдруг начинаешь понимать, как шаг за шагом, мы же читаем что? Стенограмма переговоров. Как шаг за шагом Горбачев упорно с поддержкой Политбюро сначала, потом части Политбюро, заключал один за другим договоры. В том числе договоры о запрете ракет средней и малой дальности. То, к чему сейчас возвращаются. Запрет был. Уничтожили ракеты как класс. И, по-моему, здесь как раз вот это номер у меня и 10-й. 10-й Горби, который вы на шоп «Дилетант» можете купить. Да? А вот здесь есть статья Павла Палащенко как раз об уничтожении и сокращении с графиком. Угу. Тут даже видно. О сокращении и уничтожении всего, чего есть. И здесь же одновременно, чтобы вы не понимали, статья Валерия Ширяева «Триумф и падение военной математики». Можно ли традиционными методами сравнить военные потенциалы? Это ровно о чем мы говорим на шоп «Дилетант Медиа» или на шоп, или на «Дилетант Шоп». У нас второй есть сайт. Какой «Дилетант у вас пыльный». Шоп, да, пыльный, да. Можно и 10-й номер, и завтра, наверное, 11-й придет, надеюсь. С 5 по 10 номер зайти купить – это очень важное чтение для тех, кто хочет понять и разобраться. Здесь, кстати, еще, по-моему, если мне не изменяет память, Индия, современная Индия, но не уверен, здесь или нет, но не важно. Мы же тогда еще выдавали тему в «Дилетант» про учение опытный лучник Эйбл Арчер как раз. Вот эта история как раз, когда чуть ли все не слетело, и мне рассказывал Юрий Георгиевич Кабаладзе, как, например, когда он в этот момент шпионил в Англии. Я тогда это еще брала в статью его рассказы. Да, угу. Когда они ходили, это был заказ из Москвы, и смотрели ночью, горят ли окна у Министерства обороны Великобритании. То есть, если окна горят, значит, они готовятся. И какие, сколько консервов закупается государством британским, понятно, что для армии. Вот до какого психоза доходило. И там была история, когда, значит, бежавший советский разведчик Гордеевский уговаривал Тэтчер, говорил, что нет, они не готовятся. В Кремле вас боятся, они не готовятся к войне. Вас боятся. А там же видели тоже, что советские ракеты приведены в готовность, там тоже поднимали эту готовность. И Гордеевский говорил, да нет, это не вы их боитесь, это они вас боятся. И тогда Рейган, по-моему, нет, не Рейган, тогда было, в общем, принято, а может и Рейган, принято решение понизить боевой уровень демонстративно.
И тогда Политбюро приняло решение тоже понижать уровень. А так все шло эскалативно. Тогда вот так, вплоть до того, что считали, сколько окон в Министерстве обороны Великобритании горит ночью. Вот лично Кабала заходила и блокнотиком отмечала и слала донесение. А сейчас в российском руководстве просматривается какой-нибудь сапер? Нет, сапер появляется потом. Премьер-министр Индии, который визит, вот это разговоры, все дела. Зачем? Как зачем? Есть очень много вопросов реальных. Есть огромное число индийских рупий, которые мы не знаем. Мы же продаем за что-то, за доллары, евро нельзя, мы продаем за рупии. Их надо как-то обращать. Есть вопрос энергетики, очень важный для Индии, у которой, кстати, население 1 400 000 000, очень важен вопрос энергетики. Ядерная энергетика, не секрет, что Росатом стоит строить надежно и хорошо. Да? Много вопросов. На самом деле, был вопрос о том, что индийские граждане были завербованы и воевали на фронте украинском, и Моди попросил Путина, чтобы были расторгнуты контракты, они были расторгнуты. Их было немного, но из 1 400 000 000, но значит, Министерство обороны приняло решение даже добровольные контракты расторгнуть. Это просьба премьер-министра Индии. Ну, естественно, шли разговоры вот о возможности завершения конфликта, потому что конфликт повышает издержки. Военный конфликт повышает издержки для всех участников и всего мира. Продовольственный. Моди отдельно благодарил Путина, потому что вопрос продовольствия в Индии очень важен, а Россия один из главных поставщиков удобрений. Да, и, естественно, конфликт это дело, значит, затормозил. Но, тем не менее, Путин давал команду, чтобы Индии до оплаты шли эти самые танкеры с удобрениями. Много вопросов, на самом деле. Но они же ресурсы со скидкой покупают, Индия и Китай, наоборот. Все, но это хорошо, это рынок, это торговля. Да. Рынок – это торговля. Нет, 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 общая ситуация заключается в том, что растут издержки для мира. Все равно. Конечно, безопасность понижается. Ну, это факт. Я напомню, что Индия – ядерная держава, а рядом с ней Пакистан – ядерная держава, а рядом с ней Китай – ядерная держава, и у Индии с Пакистаном, и с Китаем плохие отношения. Если где-то развернется локальный ядерный конфликт, все остальные страны, естественно, будут его применять. Вот только стоит распечатать в одном регионе локальный, маленький ядерный конфликт. Ах, вот так можно было, скажут все. И начнется. И начнется. И, собственно говоря, предупреждение Китая было об этом России. Об этом. Не надо ни в коем случае, потому что дело не в вашей Украине, а дело в том, что это расфигачит пакет. Это одна из тем бесконечных переговоров, уверяю вас. Давайте поговорим немного про Францию. О, Господи, боже мой. Ну что? Но мы находимся в зоне турбулентности. Послушайте, сегодня-завтра они должны принять решение. Значит, что в результате? Франция в парламентской своей национальном собрании три блока. Левые, правые, центристы. И эти блоки, кроме правых, имеется в виду национальное объединение, они внутри тоже имеют блоки. Там никакое большинство не вырисовывается. Никакой коалиции пока не вырисовывается. Она должна вырисовываться, потому что в течение месяца министры, которые избраны, должны принять решение, они остаются министрами или становятся депутатами. В течение месяца. Месяца, да? 17 министров. То правительство оттало, оно что, как, чего. И, естественно, там уже крайне левые, скажем, внутри левых есть крайне левые, которые призывают значит, профсоюзы начать марш. На марш. Буквально физический марш. Это же французы. Да, марш на резиденцию премьер-министра, чтобы Макрон назначил премьер-министра из них, из левых. И тут же другие говорят, подождите, вы что, хотите повторить Трампа 6 января, что ли? Ну, буквально, это трампистские штучки, говорят они. И вот буквально сегодня, завтра, послезавтра, да, начинается заканчивается формирование групп, которые с кем могут создать коалицию, не могут создать коалицию, вокруг центра, конечно. Пока ничего сказать нельзя. Это кризис. Тоже политический кризис. Это, безусловно, политический кризис. Безусловно, партия Макрона его проиграла. Безусловно. Она потеряла 60 депутатских мест. Левые приобрели эти 60 депутатских мест. Крайне правые, если их так можно назвать, партия Ле Пен получила дополнительно 34 места. Не стала большинством, но тем не менее она самая крупная партийная фракция
у нее 129. Потому что левые бьются на группы еще, и центр бьется на группы. В общем, там сейчас не до Украины, короче. И Макрон заявил, что когда будучи на саммите в НАТО, я не буду касаться... Его начали спрашивать, естественно, журналисты, я не буду касаться внутриполитических проблем. А он не знает, как из этого выруливать. Пока не знает. Это же будет влиять и на внешнюю политику. Конечно, я говорю, а сейчас не до Украины. Сейчас не до... Дело в том, что и крайне правые, и крайне левые, они скептически относятся к политике Франции в отношении Украины. И крайне левые во главе с Меланшоном, и крайне правые во главе с Марин Ле Пен. По-разному. Я не считаю правильно называть их пропутинскими. Они просто по-другому, это вообще, знаете, вот про путинские, а про байденовские не хотите говорить? Не серьезно. Это для лозунгов. Да? Они по-другому видят решение проблем. Просто по-другому. И крайне левые, и крайне правые. Крайне левые, они антиамериканские, да, они такие, не просто социалистические, они такие троцкистские, я бы сказал, они сторонники уличной борьбы, а крайне правые, они сторонники такого суверенного, да, консервативного, там, Украина это непонятно что, это вот как Трамп, Украина это непонятно что, сначала свои, деньги куда, деньги-то уходят, бюджетные, вместо того, чтобы это, так надо вот это. Вот про это. И это есть в каждой стране, надо понимать. И сейчас очень интересно, в Европейском парламенте возникают эти правые группы, несколько их, да, их три уже правых, и они представляют вся треть Европейского парламента суммарно. Сколько всего интересного Путин намутил? Он как будто бы взбаламутил вот так воду. Он взбаламутил, он не намутил. Это, вот эта взвесь, она была. Да, но да, он согласен, это все вот так взворошил. Я согласен с твоим словом, взбаламутил. Да, он поднял это все, и вот в этой мутной воде разные люди ищут разных рыбок. Вот. Это правда, да, он смешал доску. Да, это тоже правда. Но надо понимать, что вот это такое правое суверенное суверенитистское движение в Европе, оно реально гораздо больше, чем это видим по депутатам. Например, в Британии только что были выборы. Тоже лейбористы. Да, и мне, значит, на эту тему британский посол прочитал лекцию. Мы с ним встретились, поверили, говорю, объясните, я никогда не слежу, я не знаю английского, не слежу, объясните мне, как вам это видится. Ну, значит, там была одна приятная новость для наших слушателей, которые эхо слушали. Они, наверное, помнят, как министр энергетики в 2009 году Эд Милибенд, брат министра внутренних дел, иностранных дел Дэвида Милибенда, нашел в эфире «Эхо Москвы» свою родную тетю. Когда она позвонила и сказала, что я их тетушка потерянная, и они там все, значит, и он выяснил, что это правда, и он не поехал на прием в посольство, а поехал к ней с букетом цветов и с тортом, как положено. Так жди меня программа. Да, абсолютно жди меня. Она, к сожалению, Софья Давидовна Милибенд ушла в 2020 году, и как раз посол меня спросил. Но он мне сказал, а вы знаете, что ваш дружок Эд Милибенд теперь снова министр энергетики? Вот в новом правительстве, говорю, о, надо позвонить. А вдруг еще тетушка? Да-да-да. Я не знал, естественно, я же не слежу там по кругам. Это первая история, интересная история. Вторая история, он очень интересно мне сказал, что он прочитал комикс наш «Спасти принцев из Тауэра», который тоже из нашего. Говорит, слушай, по этому комиксу очень легко учить русский язык, так просто все. И Леша Дурново, который писал, говорит, я для этого и делал. Но это не серьезно. Что серьезно? Он говорит, вот смотри, у нас специальная такая система по округам. Скажем, все говорят, о, крайне правая партия Фараджа, которую тоже называют пропутинские, да, там, и так далее, она получила всего 4-5 депутатских мест из 605. Ну, ничего. Но если мы берем избирателей, говорил он, они получили 14% голосов и стали третьей партией у нас. Обойдя либерал-демократов, которые получили там 12%, но у которых там 65%. Ну, неважно, он говорит, мы смотрим и на избирателя тоже. Правильно смотрят, потому что когда-то, значит, Национальный фронт, который теперь национальный во Франции, получал 12% и одно место. И одно место. Понимаешь? А вот два года назад он получил 14%. И 88 мест. А сейчас уже 123. Да? Это просто настроение. Надо понимать, что есть депутатские места, это мы смотрим, но есть настроение избирателей. Партия Орбана на выборах в Европарламент получила первое место в Венгрии. Все равно. Да, она не получила 50%, она получила там 41, по-моему. Все равно первое место и больше всего депутатов. 7 из
из 14, что ли, или из 13. Настроение избирателей в Европе, и не только в Европе, и в, если мы посмотрим на выборы в Японии, в города муниципальные, и посмотрим на выборы в США, мы видим рейтинги, вот это вот изоляционистско-суверенитистско-правое, национальное, нас касается в первую очередь страна, а не глобалистская, да, мы видим, что эти настроения растут. Они не всегда в креслах выражаются депутатских, как мы видим, но они растут, и политики это учитывают. В чате вопрос от Максима. Почему тех, кто консервативных взглядов выступают за культуру, самобытность и национальные интересы, называют ультраправые? Манипулируете? Я, во-первых, не сказал слово «ультра». Я услышал только, что это от тебя. Ты первый сказал слово «ультра». Можно, кстати, расшифровку. Это не я. Я цитирую. Смотрите, Максим. В общем, вы правы, но есть, как сказать, присосавшиеся номинации, потому что правые во Франции – это республиканцы. Небольшая партия, остатки деголевской партии. Они сейчас получили, они, во-первых, раскололись перед выборами, часть из них во главе с председателем партии поддержала национальное объединение и избрала 17, получила депутатских мест, а остальные получили что-то там 45 мест. Это республика, это правые, вот это классические правые, правые либералы. Да? Это правее правых. Это левее, да, это центрее, я бы сказал. Да. И они могут быть как союзниками национального объединения, как показала часть партии, так и союзниками партии Макрона. Да? Поэтому принято так называть. Я с вами в принципе согласен, потому что партии меняются. Вот подруга, значит, Марин Ле Пен, подруга в кавычках, нынешний премьер-министр Италии Мелани. Она шла абсолютно как крайне правая, никто не называет ее партию теперь «Вперед, Италия» или «Братья Италия», там Сальвини, да, не называют крайне правыми. Смещаются наименования, названия, они отказываются от ультралозунгов, я вам должен сказать, партии меняют свои подходы. И в этом смысле вы правы, они становятся более правыми, но не теми классическими правыми, которые либеральны в экономике и глобальны в мировой политике. Алексей Алексеевич, а в России есть такие настроения изоляционистские или нет? Или конечно. У нас все-таки наоборот? Мне кажется, нет, у нас они экспансионистские, нужно России... Нет, Владимир Путин там. Владимир Путин, я ему когда-то сказал, было очень смешно, это был 2008 год, сейчас это вспоминается, это как раз было после Грузинской войны, когда у нас был разговор. Я уже рассказывал, вот эту часть я, по-моему, не рассказывал, один на один, когда он меня оставил, и, значит, щунял эхо за то, что во время Грузинской войны мы давали слово там Саакашвили, министру обороны Грузии и так далее. Не только, да. И я ему объяснял, что это работа, он не хотел слушать объяснение, говорит, ну как же, гибнут наши солдаты, а ты даешь врагам. А вот в 42-м году, это вот был припев бесконечный. И мы что-то перешли на президентские выборы в США, а тогда Маккейн и Обама шли нос в нос. Это конец августа, наверное, был 2008 года. И он говорит, ну, а вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто мне больше нравится по взглядам? Не кто выгоднее России, а кто? Я говорю, ну, конечно, вам больше нравится Маккейн. Традиционный. Он мне говорит, молодец, сказал мне. Не Обама. Но Обама, как известно, выиграл. Он такой. Он традиционный, да, и вот эти люди, да, традиции, это Путин, да. Он в этом смысле как раз стал крайне правым. Вот сейчас он крайне правый, он реакционный, можно сказать. Он правее, намного правее там Тэтчер, Рейгана, если говорить по-европейски, Трампа. Он уже, конечно, ближе к таким людям, как мадам Ле Пен или Мелони, извините, меня все время итальянцы, мои друзья повторяют, Мелони, да, который премьер-министр. Он правее, да, это правда, он такой. Поэтому те, кто его поддерживает, они такие, он это эксплуатирует. Да, но отдельная цивилизация, мы отдельная цивилизация, у нас отдельные традиционные ценности, у нас вот это все, это он. А Украина можно считать нашим же государством? Конечно, это предательская, это сепаратистская провинция, поднявшая мятеж. Ля-ля, тру-ля, это не я сказал. Не надо мне это приписывать. Конечно, конечно. Сейчас вырежу, сделают хайлайт для наших зрителей. Я хочу про одну историю, которую увидела у вас в Телеграм-канале, про загадочную смерть бизнесмена Игоря Котельникова, от которого требовали показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Да, значит, Игорь Котельников – это человек, который, знаете, есть такой выражение «решалы».
даже невозможно перевести ни на какой иностранный язык. То есть, возможно, носитель, давайте помогите, пожалуйста, Лизе, переведите это на английский или на французский или на немецкий, как бы вы перевели слово «решал». Человек, который действительно осуществлял лоббист, контакты с Министерством обороны, он бизнесмен, он сводил людей, он их знакомил и получал комиссии, как я понимаю. И от него действительно требовали показания на Тимура Иванова, замминистра обороны тоже арестованного, который он отказался давать. И дальше его начали прессовать, значит, чтобы получить эти показания, видимо, его помещали в карцер при температуре 40 градусов. Жесть. И он нашли на следующий день, после того, как его поместили в карцер, а у него было действительно больное сердце, там немолодой человек такой, пухлый был, если я правильно помню его, он умер. И, как сказано, оторвался тромб, все знакомо. Значит, вот такая история. Это правда, и вокруг вот Тимура Иванова и других таких вот заключенных, условно говоря, по коррупционным большим статьям продолжаются расследования. Федеральная служба безопасности ведет это расследование, включая давление, видимо, на, значит, возможных свидетелей, торговля, а за это мы вам, вот это мы вам. Это канал ВЧК УГПУ, который я читаю внимательно, потому что они очень информированы, даже если с выводами по некоторым делам я с ними не согласен, это не имеет никакого значения. Ребята, которые делают этот канал, очень информированы и информации, ее, конечно, как любую информацию, надо смотреть скептически и пристально, им можно доверять. Что касается информации, блогеров с ежедневной аудиторией от 1000 человек обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре, запретят рекламу на их площадках. Если они не зарегистрируются. Если, да, не зарегистрируются. Да. Тут все очень просто. На самом деле, в том, чтобы раскрыть анонимность телеграм-каналов. Собственно говоря, блогеры, которые ведут анонимно телеграм-канал, там, не понимаешь, да, там всегда очень много утечек. Если вы посмотрите, эти утечки, они идут из правоохранительных органов. Очень внимательно, я очень внимательно за этим слежу. Их можно назвать блогерами. И, конечно, государство хочет знать, а вы кто? А дальше задать вопрос, а теперь расскажите, откуда? Понятно, да, ваши утечки? Поэтому это просто борьба с анонимностью телеграм-каналов. Именно телеграм-каналов. Именно телеграм-каналов. То есть это вот не YouTube-канал «Живой гвоздь». Не волнует. YouTube-канал «Живой гвоздь», чего тебя? Вот твое лицо на экране, ее лицо на экране. Нет, там важный, мне кажется, момент. Тот, кто дает свои данные, отвечает за контент. Нет. Там было про это написано, по-моему. Нет. Задача деанонимировать блогеров. Ну хорошо, а если блогер скажет, а хрен вам? Ну, значит, если у него там появится реклама, придут к тем, кто дает рекламу. То есть это... перерезать источники финансирования? Конечно. В первую очередь, то есть это шантаж государственный в этом смысле. Иначе у вас не будет рекламы. Ну, чтобы знать... Нельзя же аноним объявить иноагентом, как меня. Вот. Понимаешь, да? Чтобы знать, кому санкции применять. Да. Тут еще про... Проблема с Ютубом сегодня пишут, что он замедляется, что из-за технических вот этих недостатков оборудования, ну, в общем, вот это вот все, а может быть, это замедляют и нас вот-вот Ютуба лишат? Не надо конспирологическое. Почему? Такое. Ну, потому что всем нравится. Потому что, все да, это правда. Ну. Это правда. Друзья, ставьте лайки мне за конспирологию, пожалуйста. Ты должна... Чего ты говоришь? Ой, они там что-то секретничают. Решала. Ну, потому что на французском что, я не вижу. Вот, результат. Нет, конечно. Конечно, это придумал человек, но смешно. Нет, конспирология – это развлекательное. Но если вы хотите понимать, какие могут быть последствия, вы конспирологию, значит, отдельно смотрите как развлечение. Да, вот, когда тебе надо, ты идешь на оперу, а когда тебе надо, ты идешь на оперетку. Немножко разные жанры. Вот конспирология – это оперетка. Красиво, пляшут, высоко юбки поднимают, ножками дрыгают. Отлично. И да, проводишь в удовольствие. Но потом ты идешь на оперу, это немножко другое. Конечно, конспирология развлекает, но есть такое правило бритва Аккама. Не умножайте сущностей, все гораздо проще. Вам вопрос от Дмитрия, как к историку, я полагаю. Кто персонально отвечает за многолетнее забалтывание в России открытий в древней истории об античной древнеримской эмиграции на Восток и о буддийском прошлом славянства? Путин.
У нас за все отвечает президент Путин. Дмитрий. Отвечаю вам как гражданин Российской Федерации, а то вы не знаете. Пугающая история. МВД аннулировала российские паспорта двум активистам из Омска, которые сейчас проживают в Ереване. Российские, не заграничные паспорта. Да. Это как вообще? Да? Ну как, а вы же видели? О, нет, секундочку. Это прецедент, такого ведь не было. Потому что ты невнимательно следишь даже за собственным чатом. Потому что когда было принято решение, что МВД имеет право изымать паспорта, если там есть какие-то отметки и так далее, было сразу наблюдательными людьми сказано, это ровно для того, чтобы изымать паспорта, к которым привязаны телефоны, счета в банке, прописка. Но ведь еще не принято это решение. Никак не принято. Принято, уже изымают. Но вот же. Но почему нигде не сказали? Вот с этого дня мы изымаем российские паспорта. Ты невнимательна. Хорошо, я невнимательна. Да. Вы внимательно расскажите подробнее. Подробнее я уже рассказал. Я уже рассказал, с какого момента. С того момента, как это было объявлено. МВД получило это право. И оно увидело в кавычках, в паспортах вот этих людей, там типа чернильные точки напротив чего-нибудь, не знаю, напротив чего. И изъял эти паспорта. Они сами пришли в посольство. Подождите. Сказано, что аннулированы паспорта. Нет, они сначала забраны. Естественно, аннулированы, потому что там Я не уверен, я знаю. Подождите, я просто не видела, чтобы у них забирали паспорта. Они пришли, я тебе рассказываю. Сказали, что они недействительны. Нет, они пришли, показали паспорта. Эти паспорта, все, их нету. Это бумажки. Ты говоришь, в каком они ящике лежат? Я тебе говорю, это значит, что привязанные к ним. Нет, банки, это понятно. Вот и все. А где они уже находятся, не имеет никакого значения, хоть в речке. Они пришли получать загранпаспорта в посольство. Нет, я к тому, что... Документов нету. Все, их нету. Они во всех базах, не действительно, ты придешь там со своим паспортом что-то делать, его нет, если он у тебя. Но это в целях, это просто в рамках этого закона было все это произведено, или это репрессии против активистов какой-то? Ну, в данном случае, давление на активистов, всегда есть закон. Ну, естественно, да. Как его можно использовать для давления на активистов. Вот и все. Его можно использовать, когда действительно там кто-то рисует в своем паспорте, тоже можно использовать. Но его можно использовать, когда нужно заблокировать паспорт активист. В этом суть. Не в форме, а в этом. Поэтому когда... Это так же самое, как принимался закон про иноагентов. Сначала это не касалось физических лиц. Сначала это не казалось, да, а потом стало развиваться, и это касалось уже конкретно там запрета на это, избирать и быть избранным, ну и так далее. Усложнить жизнь. Ничего себе усложнить жизнь. Люди без паспорта, которым все привязано. Следствие снова просит выпустить Попова из СИЗО под домашний арест. Я не знаю, что это там идет за история, я думаю, что там идет борьба внутри Министерства обороны. Попов достаточно популярный человек, его пытаются дискредитировать. Одновременно с этим мы не знаем, правда ли то, что ему вменяется вот эти вот его игры, где он проигрывал миллионы рублей. Мы этого не знаем. Да? Но там идет борьба, которая не имеет отношения никакого к юридическому преследованию. Вообще никакого. Политическая история, имея в виду за Попова. Может быть, он проигрывал эти миллионы, где он их брал, может, он не проигрывал, может, он занимал эти деньги на игру, никто не знает. Да? То есть мы не знаем, кто-то знает. Но очевидно, что вот эта борьба «давайте отпустим», а суд не отпускает, следователи говорят «давайте отпустим», а военный суд не отпускает. Ну, вот такая история. Просто обычно следствие просит заключить под стражу, а не отпустить под домашний арест. Значит, это необычная история. Что характерно. Ведомости писали, что, Алексей Алексеевич, ваша компания отозвала иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» на 1,1 миллиарда рублей. Почему отозвали? Ну, потому что юристы посмотрели, как идет это дело, вот как оно идет в суде, и сказали мне, ну, если ты хочешь тратить там средства, ресурсы, время, мы же проводим массу совещаний, да, но мы тебе точно можем сказать, что это бессмысленное занятие. Потому что, например, как они мне рассказывают, значит, они просят, юристы попросили в суде у наших оппонентов предоставить распечатки того, какие средства переводились «Эхо Москвы» от «Газпрома», что они утверждают. Ответ оппонента.
У нас в «Газпром-медиа» нет бумаги, чтобы распечатывать это. Это не смешно, сейчас объясню, потому что, когда люди защищаются, они имеют право войти. Но судья принимает это и отказывает нам в требовании. То есть судья... О, клоуна нету, суда нет. Да, судья... Что, клоуна, что мы клоунадой, что ли, заниматься будем? Ну, честное слово, да, они говорят, слушай, солидный адвокат, говорит, мы там сидим, как эти самые. Чего? Мы ничего не... Вот вообще ничего. Поэтому они говорят, что все равно бессмысленная история. Я говорю, ну хорошо, давайте. Я всегда иду за специалистами. Если мне там врач что-то говорит делать, да, если мне там повар что-то говорит есть, если мне адвокат говорит, как себя вести. Слушайте, я плачу деньги, я им доверяю. Иначе зачем я их нанял, грубо говоря. И поскольку они все сказали, ну слушай, ну это, ну правда. Ну мы время теряем, у нас много чего. Я сказал, ну хорошо, отзываю. Но разве предыдущие суды по иноагентству, по закрытию это их, это были суды, но там не было идиотизма, там не было, ну, там не было представления, понимаете? Там люди серьезно, а здесь бумаги нет в «Газпроме». Ну хорошо. Ну ладно, ну правда, ну что мы себя на помойке нашли, что ли? А вы хотели издержки возместить за закрытие станции, у них даже бумаги нет. Бумаги вот именно, нет, они даже денег напечатать не могут, понимаешь? Не-не-не, это, слушайте, это действительно, мы же не для того, чтобы выпендриться. Мы реально считали и продолжаем считать, что станция была закрыта неправильно, незаконно, вне юридически, никто не отменяет. И наши требования же были не к «Газпрому», а к менеджерам «Эхо Москвы», я имею в виду, кстати, директоров. Ну, послушайте, ну, бумаги нет, ну, что мы можем, ну, бедные люди, какой миллиард. Пожалеем убогих. Да. Давайте дальше, у нас еще несколько тем есть. Сейчас я посмотрю, можно я одну книгу пока представлю? Вот, а смотрите. Давайте. Это сегодня только пришла книга, общий тираж 500 экземпляров, у нас 30. Григория Лури «Небеса обетованы. Испанка на службе НКВД». Это про семью Меркадеров, которые убили Троцкого, про очень маму, интересно. Про самого Рамона. Мы с Кабаладзе делали про это передачу. Следорубом. Вот их всего у нас 30, а всего их 500. Значит, Григорио Лури «Небеса обетованы», испанка на службу НКВД. На shop.diletantmedia или на «Дилетант-шоп», где хотите. Там рядом с Горбачевым, с Горби, с нашими журналами. И там рядом стоит вот эти 6 книг, да, где у нас шефы НКВД, в том числе того времени. Соответственно, в 40-м году это был уже Берия. Есть книга про Берия там, так что на shop.diletantmedia заходите, покупайте. Это Санкт-Петербургское издательство, поэтому москвичи, алло, давайте. А там в чате пожаловали, что хотели купить номер журнала «Горби», но они все без описаний, там непонятно, что именно внутри номера, о чем номер. Может, мы как-нибудь добавим это на сайт? Хорошая идея, давайте мы подумаем, как это сделать, но это немедленно утяжелит сайт, да, и вы не увидите других номеров. Ну, просто хотя бы пару каких-то самых ярких статей, мне кажется, можно добавить, чтобы люди понимали, о чем там номер. Ты напросилась на поручение? Получи. А я не, у меня доступа нет. Мы тебе дадим. А давайте. Хорошо, решили. Новая власть. Да. А здесь, да, согласились, правильно, соображение на самом деле. В чате задают вопрос, является ли Алексей Алексеевич внештатным сотрудником СВР? Вы бы меня еще про МОСАД спросили. Ну, это, наверное, по следам расследования инсайдера и заявления Леонида Волкова. Не знаю. Волков, если он считает, что я сотрудник СВР, он может знать только из СВР. Так что он спалился на это. Так что вы выбрали? Так что нет, но всем же известно, да, что Царьград канал сказал, что я сотрудник МОСАДа, Владимир Соловьев говорит, что я сотрудник ЦРУ, Волков говорит, что я сотрудник СВР. Ласковый телять и трех маток сосед. А вам везде платят зарплату? Ну, я похож на человека, который бесплатно будет работать. Хорошо устроились, а вам принимают там еще новеньких, там на стажировку? Обсудим после. Учебник, новый учебник по основам государства. Я его не видел, я знаю, о чем речь, даже не спрашиваю, я пока его не видел. Я могу давать свое мнение, когда я его посмотрю. Ну хорошо, вопрос от Ромы, 35 лет, Москва. Здравствуйте, Лиза, Евгения и Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич. Я последний на последнем месте, конечно, Рома. А по возрастающей идет, по возрастающей. Я первая, вы последний. Да, я последний, я понял. Я услышал. Сколько там осталось до конца передачи-то? 12 минут? Кидайте друг другу стакан. Я сразу в окно. Да. Не знаю, вашего брата. Своим дилетантским взглядом вижу, что положение наших политзаключенных не улучшается. Не есть улучшается. Ли шанс на перемены? Что должно произойти, чтобы жизнь политзаключенных стала лучше? В целом пока не просматривается, хотя была
Была надежда, что будет объявлена некая амнистия по некоторым статьям. Значит, не получилось. Хотя разные люди, как я понимаю, ее хотели и считали ее правильно. Люди, которые могли повлиять на решение. Отдельные помилования, как вы знаете, женщин 12 произошли. Есть еще несколько человек, которые адвокату говорили написать заявление о помиловании. Мы посмотрим. Во-первых, они должны написать, а во-вторых, они должны быть утверждены. В целом, я думаю, что при нынешней ситуации, Роман, мы видим, что тренд другой, наоборот. Сейчас, даже если вот идти по мемориалу, то политзаключенных в России где-то до 1000. Если мне не изменяет память, есть другие подсчеты до 1500, есть другие подсчеты до 700, но вот от 700 до 1500. Здесь, конечно, понятно, что часть из них по новым законам, имеется в виду законам военного времени о фейках и дискредитации, для этого должна быть амнистия или признание, отмена этого закона. Но в нынешней ситуации мы видим ни то, ни другое невозможно. Поэтому сейчас, да, еще есть, конечно, точка обмена, значит, поэтому гражданских, во всяком случае, ну, военнопленных, понятно, это отдельно, гражданских людей, которых мы считаем политзаключенными, вы считаете политзаключенными, мир считает политзаключенными, мемориал считает политзаключенными, но это тоже идет очень тяжело, это совсем тяжело идет. Ну просто вот даже вот, вчерашний день Юлия Навальная внесена в список террористов и экстремистов, заочно арестован. Леонид Гозман заочно приговорили к 8,5 годам. Да. Татьяну Лазареву заочно приговорили. Ну, про Олега Орлова вот мы сегодня тренд, в эфире рассказывали. Это то понятно, есть, чтобы им нельзя было вернуться, чтобы их возьмут на границе. Для этого нужно, соответственно, либо амнистия, либо отмена закона и, соответственно, реабилитация. Это требует времени и процесса. Но я вам хочу напомнить, кстати, опять про Горби. Я хочу вам напомнить, что, собственно говоря, тех политзаключенных выпускали вплоть до 90-го года. Все не было в 85-м году, все началось в 87-м году. И потом, вот буквально, а некоторые умерли, как Марченко, не дожидая буквально за несколько недель до возможного освобождения. Так что это все шло очень длинно, освобождение политзаключенных, даже у Горбачева. Как Владимир Кормужза себя чувствует? Ну, мы получили, ну, в смысле, Валера Нечай наш получил письмо от 7 числа, то есть, когда уже Володя был в больнице, ну, по тону письма отлично, он ему пишет, что читает, смотрит «Живой гвоздь», передает всем привет, не смотрит, в смысле, а знает, что много людей, ему пишут, что вот слышали про вас на «Живом гвозде», выписал «Дилетант» в колонии, читает «Дилетант», просил передать всех, кто делает «Дилетант», жму руку, сказал он. Вот, да, и тебе тоже, конечно. Вот, поэтому, ну, он в таком, он, видимо, психологически он в стабильном. И вот адвокат к нему прошел, Сергей Сафронов. Кстати, у Валерия Нечая, он мне сегодня скинул, что в Питере снимают всех кандидатов от «Яблока» в муниципалитетах. Что, боятся «Яблока»? Нет, смотрите, боятся. Вот это слово «боятся» кто-то запустил. Да не боятся, это машина, понимаешь? Трактор боится, когда он перерабатывает землю с цветочками. Он цветочков боится, поэтому он землю перерабатывает, да нет. Значит, я напомню, что говорил здесь Явлинский, он сказал, что здесь каждый кандидат, который на эти выборы пойдет от «Яблока», подписывает декларацию о немедленном прекращении огня и мира. Как мы знаем, позиция Путина – никакого прекращения огня. Это позиция Путина. Да? Соответственно, этих людей снимают по политическим мотивам. Они подписывают декларацию, снимают в Москве на выборы в Мосгордуму. По-моему, только один человек сейчас реально сдал необходимое количество, один кандидат, необходимое количество подписей. Не могу его называть, я иноагент, это будет считаться поддержкой или, наоборот, не поддержкой, запрещено законом. Один кандидат от «Яблока». А Явлинский, когда в следующий раз у нас в эфире будет? Ну, вообще, он должен быть 27 июля, но мы пытаемся вот договориться, чтобы по экономике, вот, да, кстати, про экономику чуть не забыл. У нас вчера была Наталья Зубаревич. Вот, Воробьевой. Наконец-то, потому что тогда гроза прервала все, лишила Наталью Васильевну елистричества. Вот, поэтому заходите на наш «Живой гвоздь» в видео, и там уже было, там уже больше 100 тысяч человек посмотрело. Наталья Васильевна, конечно, очень тщательно. Меня, конечно, поразила одна цифра. Она говорит, вот в Курганской области на 38%
повысилась, значит, плюс 38% обрабатывающая промышленность. Почему Курганская область? Броневые машины пехота выпускают. И вот по таким вещам, да, у Зубаревича это все есть. Так что заходите и смотрите. И добавлю сразу по предыдущему вопросу про политзаключенным. Дмитрий Муратов тоже на нашем «Живом гвозде». Обратите внимание, как раз про жестокость власти, про политзаключенных. Вчера мы выставили этот его спич. Так что заходите и смотрите, есть что посмотреть. Ну и нас с Пастуховым, конечно, вчера, как обычно. Да, тем более, что Владимир Борисович пропустил прошлый эфир. Да. И вот про Наталью Зубаревичу Алексей Алексеевич вчера публиковал сообщение о том, что у нее нет телеграм-канала. Это да, она просила обратить внимание и просила распространить. Я подписана на один такой, Наталья Зубаревич. Так что у меня просьба к вашим, если у вас есть телеграм-канал или там, напишите, пожалуйста, про Наталью Васильевну Зубаревичу, что у нее нет телеграм-каналов ни официальных, ни неофициальных. Она очень просила наших зрителей. Это... Да. В чате вас упрекнули за то, что вы используете сокращение горби, вообще название дурацкое, мол, вы не любите сокращение, да, название дурацкое, вы не любите сокращение в отношении там всяких лидеров других. Я предлагаю им выпустить такой журнал, который назовете как хотите. Нет, ну если серьезно, почему именно горби? Мы хотели делать, то есть мы, что значит мы, меня там нет, я иноагент, я не учредитель, не издатель, не главный редактор, не продюсер, ничего. Идея действительно была наша с Муратовым, о том, что мы хотели, чтобы этот журнал выходил на несколько языков. Это очень хороший журнал. Я бы сказал, что он почти академический, в смысле подхода я называл его. И мы думали, что нам удастся сделать так, нам, в смысле команде, что он будет выходить и в Германии, и на английском языке, и на немецком языке. Поэтому нужно было название понятное, но пока не получается. Тем не менее, горби все понимают, о чем идет речь. Вы, прежде чем критиковать, купили бы 6 журналчиков-то, а то я завтра 7-й не выставлю. Нашел, то есть шантаж пошел. Конечно, шантаж пошел, так и есть. Тут спрашивают про Грузию, что приостановлено присоединение к ЕС. Да. Насколько это продолжительный тренд? Не знаю, это будет зависеть. Я думаю, что если говорить о Грузии, я думаю, что это будет зависеть от осенних выборов в парламент Грузии. Вот. Грузия – парламентская республика. Какая партия проевропейская или неевропейская получит большинство? Я хочу рассказать, что у нас сегодня еще будет в эфире, прежде чем мы будем заканчивать. У нас сегодня в 15 часов программа «Персонально ваш» с Виктором Шендеровичем. Вон, вернулся Виктор. Да, наконец-то. Мы его долго ждали, он долго сливался. Кто ведет-то? Я веду. Лиза. Я веду. Ну а кто еще бедный может Шендерович вести? Только вернулся, и на тебе, Лиза. А мне кажется, ему нравится. Как вы любите хорошо, друг друга? Хорошо, это называется «Бедная Лиза». Хорошо, да, 16:05. Кстати, Карамзина у нас, извини, купили. Это было очень смешно. Всего. Это было очень смешно. Я, значит, выстреливаю там, где у нас всякие собрания сочинений, я выстреливаю, значит, историков, да, Карамзин, Иловайский, Ключевский и Соловьев. А кто такой Карамзин? Я говорю, ну купи и прочитай. И купил человек. Молодой парень какой-то. Купил человек. Но у нас еще для него остался там еще на шоп-дилетант еще и Конан Дойль, и Вальтер Скотт, и Гашек. У нас там есть, по-моему, и Юрий Трифонов у нас есть в собрании, не только горби. И вот эта книга, еще раз я ее покажу, прежде чем ты продолжишь, да? Ребят, вот только что пришла, и всего 30 экземпляров у нас. Это книга о семье Меркадеров, потому что этот журналист, он тщательно изучил историю семьи. Тех, кто убил Троцкого. Давайте, я думаю, надо Кабаладзе прихватить кусок. Давайте. А еще у нас там дилетант стоит против Троцкого. Да, вот еще дилетант стоит. Пакетом, да. Как хорошо. Надо было пакет сделать, ну ладно. А еще у нас там есть наши комиксы, по которым можно учить русский язык. Это или точно. Просто ими наслаждаться. Во-первых, да, «Принца из Тауэра», но и моя любимая «Княжна Тараканова» там тоже все еще остается, так что вы можете и эти, и предыдущие приобрести, пока есть такая возможность. А Пушкин двигается, спасти Александра Пушкина. Слава Богу, задвигался. Но он как-то ползет вот так вот. А ты знаешь, потому что на прошлом меня спросили, я объяснил проблему, и, видимо, услышал и художник, и сценарист, и начали, что их ждут. Это же важно, чтобы людей ждать. Ну вот про Пушкина. Настоящий полковник сегодня 16:05. Лиза тоже ведет Аникина с Александром Минкиным. Тема «Пушкин. Остроумие за гранью приличия». А что не так с Пушкиным? Остроумие за гранью приличия? Пушкин. Хорошо. Пушкин был такой. Вы послушайте сегодня, может, узнаете что-то интересное. Я всегда прослушиваю потом или в прямом, потому что Минкина, конечно, надо слушать. Вот это и есть оперетка. Это есть наслаждение. Слушать Минкина
наслаждение. А слушать Минкина с Лизой – это отдельное наслаждение для Давно особо… Давно я таких комплиментов от вас не слышала. Это не комплимент, не дала мне закончить фразу. Может, для особо надо? Извращенных. Ты прям прервала. Может, и не нужно было ее заканчивать? Саша, вот эту программу, конечно же, для удовольствия. Именно поэтому она стоит в пятницу, второй половине дня. Можно сказать, шабатная программа. Да. И предшабатная. Предшабатная. В 20.05 еще как раз в программе 20.24, который будет вести Максим Курников, друзья, да. Вы его сейчас Макс вернулся, да. Да, Лев Шлосберг, заместитель председателя вот партии «Яблоко», и как раз он ответит на вопрос по поводу распуска, недопуска, да, депутатов от «Яблока». Недопуска, пока недопуска. Пока недопуска, да. Ну и на канале «Дилетант» у нас 18.05 программа «Дилетанты». Что такое троцкизм? Александр Шубин будет объяснять опять Сергею Бунтману и Дарову Мадиеву. У нас так получилось. Еще раз вернулся к журналу «Горби». Еще раз для тех, кто не знает, хочу сказать. Это практически самиздат, потому что у нас у них нет лицензии, и поэтому тираж 999 экземпляров, первые 4 номера практически распроданы, ищите их на Авито. У нас по вашей просьбе мы сделали пакет из 6 журналов, и если каждый номер стоит 2000, то 6 номеров стоит 9000, практически мы на 30% убрали или там на 25% убрали цену. Когда они кончатся, они кончатся. Никаких допечаток делать нельзя. Это хорошая история. shop.diletantmedia или diletant.shop. А еще вы можете перевести нам какую-то сумму, чтобы поддержать нашу работу по QR-кодам или по ссылкам под видео. Очень нужно. Корыстно. Ужасно меркантильно. Я беру на себя все эти грехи. Пожалуйста, ради меня. Переведите нам какой-нибудь донат. И плечом повела. И плечом вот повела, проведите нам какую-то сумму, которая для вас будет не слишком отягощающей, вы нас очень сильно этим поддержите. Это правда. Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами прощаемся, спасибо, что были с нами. Спасибо большое, друзья, до потрясающая свидания. Атмосфера в конце эфира. Лиза Аникина, Алексей Венедиктов, Евгений Родионов, живой гвоздь, оставайтесь с нами. До скорых встреч, пока. Счастливо.